лесная собака. Мы сейчас идем в баньку и приехали к родителям в деревню, и реально зима-зимушка. Снежок везде лежит, скрипит, хорошо. Босса. Мальчишка. На календаре 4 декабря, и я начинаю украшать наш детский центр. Новогоднее настроение приходит. Из последних новостей. Первое, я подала заявку на квалификацию. Второе, я не выдержала акклиматизацию и заболела. Cry. По этой же причине у меня не было английского почти неделю. По этой же причине я сидела дома и лечилась. И как бы влог вот из чего было, из того и собрали. Очень жалко, конечно. Вообще, я хочу в этом году более основательно подготовиться к Новому году, потому что в прошлом году я за пару дней покупала подарки, поставила елку, украсила дом, и... Ну да, было спонтанно, было прикольно, но хочу в этом году подготовиться так основательно. Пока я болею, я решила немножечко покулинарить, и первое блюдо называется ленивая лазанья. Я постараюсь вам заснять и все показать. Что мне выйдет? Смотрите, сейчас я обжариваю фарш, эту свинину и говядину, и потом кину уже нарезанный помидор и болгарский перец. Плюс добавлю приправу, соль. А вот закипает вода, и сейчас я буду вот такие вот макарошки забрасывать. Именно вот такой формы, я не помню, как она называется, и варить до готовности аль денте. Смотрите, сейчас я противень буду обмазывать маслом, потом я буду класть макароны, фарш, и вот здесь я натерла сыр. И потом сыр. И еще раз макароны сверху, уже все посыпаем сыром, и добавлю немножко итальянских трав для красоты. И в общем, вы видите, сейчас я все разложу. И получается как такой пирог. Вот смотрите, вот такой пирог у меня получился. Чуть-чуть с горкой выходит. Вот он все не влезло по высоте. Вот, и сейчас я ставлю в духовку на 180 градусов минут на 20-30. Вот так. Буду смотреть по готовности. Из-за того, что все ингредиенты готовы, нужно, чтобы как бы сыр расплавился и пропитался. Следующий рецепт я подсмотрела у одной мамочки-блогерши. Называются рулетики. Сейчас вам покажу, с чего готовится. Зелень я взяла вот такой микс. Петрушка, укроп, лук, сливочный сыр, армянский лаваш и два яйца. Нарезаем мелко зелень, добавляем туда сливочный такой сырок, добавляем яйцо и просто вилкой разминаем. Все это перемешиваем, заворачиваем в лаваш, заворачиваем в фольгу и ставим на ночь в холодильник, а утром можно разрезать и позавтракать такой вкусняшкой.